Здравствуйте, уважаемые телезрители. С вами программа «Из первых рук». Я ее ведущий Антон Пережогин. Сегодня у нас в студии руководитель отдела по надзору за инфекционными и паразитарными заболеваниями Департамента по охране общественного здоровья Мурат Мирманов. Здравствуйте, Мират. Добрый день. Итак, сейчас активно проходит вакцинация населения от гриппа, одного из самых серьезных заболеваний ОРВИ. Расскажите, пожалуйста, каковы сейчас данные, каковы успехи вакцинации, есть ли какие-то проблемы в ходе этого медицинского вмешательства? Ну, на сегодняшний день по нашей области по поводу проведения вакцинации против гриппа никаких проблем нету. Как вы знаете, вакцинация у нас стартовала с 1 октября и продолжится до 15 ноября текущего года. Вакцинация проводится у нас во всех поликлиниках города Актюбе, как и на платной, так же и на бесплатной основе. Каждый может получить вакцинацию по месту прописки, по месту жительства. На сегодняшний день по нашей области вакцинацию против гриппа получили у нас 44 077 человек, то есть это составляет у нас 5,2% от населения. Из них на бесплатной основе получили вакцинацию более 20 тысяч человек, за счет средств работодателей более 11 тысяч человек, и значит, на платной основе, то есть за свой счет, получили тоже более 11 тысяч человек. Если в целом говорить, то для стабильной эпидситуации в нашей области и предотвращения массовых заболеваний гриппом необходимо, планируется охватить 10% населения. Но сейчас пока еще 5, да? Да, пока на сегодняшний день у нас охват составляет 5,2%, но у нас еще есть время до 15 ноября. Мы надеемся охватить население полностью. Также на 2017 год из местного бюджета у нас было выделено более 28 миллионов тенге для проведения вакцинации. Это наиболее уязвимая группа населения, как мы говорим. На эту сумму было закуплено 32 334 дозы вакцины. В нашу область завезена вакцина российского производства. Называется «Грипол плюс». Если будем говорить о уязвимой группе населения, то это тот континент, который получает бесплатную вакцину. Это у нас в первую очередь туда входят у нас медицинские работники лечебных организаций в Тюменской области. Также это у нас часто болеющие ослабленные дети старше 6 месяцев. Это дети, состоящие на диспансерном учете. Также это у нас дети, проживающие в дом-интернатах. Это контингент домов престарелых, инвалидов. И особо хочу обратить внимание, это беременные женщины, которые состоят на втором и третьем триместре. Этот контингент у нас получает вакцинацию на сегодняшний день на бесплатной основе. Пенсионеры получают? Ну да, вот если, допустим, пенсионеры, там, ну, там уже смотрят, если их можно как бы по эпидпоказаниям прививать, на следующую по эпидпоказаниям. Если входят по эпидпоказаниям, то, естественно, их будут прививать по месту жительства. А на сегодняшний день какова ситуация с заболеваемостью гриппом в нашей области? Вот даже просто взглянув на вашу информацию, можно понять, что заболеваемость выросла в несколько раз. В чем причины и как сейчас, каким образом приходится бороться с таким скачком заболеваемости? Так, у нас за прошлый эпидсезон, то есть это 16-17 эпидсезон, по области было зафиксировано у нас 233 случая лабораторных подтвержденных гриппа. Если будем сравнивать с позапрошлым эпидсезоном, то отмечается, естественно, рост 5,9 раза. Среди этих случаев у нас 30% – это дети до 14 лет заболели, и 38% – это беременные женщины. То есть это тот контингент, который в эпидсезоне не получал прививки против сезонного гриппа. На сегодняшний день у нас вакцинация идет в области стабильно, никаких проблем нет, надеемся вот полностью охватить. Также на сегодняшний день у нас нет никакой регистрации вспышек и массовых заболеваний. Но тем не менее возросло количество. С чем связываете возросшее количество заболеваемости? Возросшее количество заболеваемости, это можно связать так, что в первую очередь это контингент, который не получил прививки против гриппа, потому что на сегодняшний день самым обоснованным и доказанным методом это является уже вакцинация. Как вы знаете, в первую очередь это необходимо проводить вакцинацию. Как мы говорим, есть профилактика специфическая и профилактическая, например. Ладно, говорим о вакцинации. То есть следующая профилактика, необходимо заниматься, это
самолечением не заниматься в первую очередь. Uh-huh. Если есть какие-то симптомы, то необходимо обращаться за медицинской помощью. А так, в целях поддержки иммунной системы, я считаю, что нужно как бы избегать большие скопления мест населения, uh-huh. чтобы не заразиться данным вирусом, так как этот вирус у нас он передается воздушно-капельным путем, и при разговоре, при чихании, при тесном контакте с больным, естественно, можно заболеть. Также это употребление продуктов витамина С для как поддержки иммунной системы. Uh-huh. Это, естественно же, заниматься физической культурой и часто гулять на свежем воздухе и проветривать же, естественно, рабочие помещения, так и жилые же помещения. Одна из самых вот таких критических групп, вот вы сами сказали, это дети, 30% детей, те, кто перенесли заболевание гриппом в этом году. Больше всего, так сказать, самый большой охват детей сейчас, в любом случае, это детские сады, да, сейчас mm-hmm. происходит. Как ведется работа по вакцинации в детских садах? Она сейчас есть или отдельно же mm-hmm. каждый родитель должен детей отводить в поликлинику для того, чтобы получить вакцину? Да, вакцинация в детских садах у нас как бы, они не подлежат на бесплатный контингент. Как uh-huh. я только что сказал, если ребенок часто болеющий, допустим, uh-huh. и он состоит uh-huh. на диспансерном учете лечебных организаций, то, естественно, он может получить на бесплатной основе. Uh-huh. А так у нас вот как бы дети детских садов или общеобразовательных учреждений на бесплатной основе вакцинацию не получают. Uh-huh. Только по эпидпоказаниям и если состоят на диспансерном учете лечебных организаций. Uh-huh. В целях профилактики нашим департаментом тоже проводятся различные ряд мероприятий. Можно сказать, что сегодня мы буквально провели пресс-конференцию на эту тему. На пресс-конференции мы приняли участие представители департамента Актюбинской области, это здравоохранение, также это представители у нас областной мечети Нургасыр, заместитель имама uh-huh, Тюбинской uh-huh. области, и наши ученые, и так далее. Вот. Почему именно столько внимания уделяется вот именно религиозному аспекту вакцинации? А в этом отношении есть какие-то проблемы? Если они есть, то какие? Ну, так на сегодняшний день, например, встречаются различные методы, которые препятствуют получить прививки. Например, это могут быть религиозные чтения, может быть негативная информация со средств массовой информации, или это же может быть личные убеждения. Uh-huh. В связи с этим мы сейчас активно проводим широкое разнитие мероприятия. Хотим донести до населения, что на сегодняшний день профилактика инфекционных и неинфекционных паразитарных заболеваний, вакцинопроливаемых инфекций – это у нас только вакцинация. Uh-huh. Потому что, как мы говорим, что вакцинация, она доказана, научно обоснованный метод. И угу. все вакцины, которые заводятся в нашу область, они проходят жесткий контроль через Всемирную организацию здравоохранения, через ВОЗ. После угу. этого только все вакцинации заводятся в нашу область. Угу. Естественно, у них есть соответствующий сертификат качества угу. и так далее. Угу. Хорошо, спасибо большое. Хотелось бы напомнить, что в нашей студии был руководитель отдела по надзору за инфекционными и паразитарными заболеваниями Департамента по охране общественного здоровья Мурат Мирманов. Спасибо вам большое, Мурат. Это была программа «Из первых рук». Я ведущий Антон Пережогин. До встречи.